игре с Узбекистаном в прошлом году. Тем временем завершился матч нашей молодежной сборной, которая проводит интереснейшее и уникальное в своем роде бразильское турне. Сегодня была игра против команды Сан-Паулу, которая завершилась со счетом 1-1. Поздравляем нашу молодежь и поздравляем наших взрослых парней, потому что видите, как удачно так случилось. Александр Соболев отправляет мяч в сетку ворот. Правда, здесь какое-то повреждение получает вратарь сборной Кении. Даже выбегают на поле доктора. Атака голевая начинается в таком хорошем современном стиле. С прессинга, с перехвата. Вот Максим Мухин здесь использовал эту оплошность защитника сборной Кении, который потом получил изрядный нагоняй от своих партнеров по команде. Это Энтони или Тедди Акуму. Шестой номер допустил вот такую ошибку. Но и Александр Соболев не простил кенийскую команду. Что касается Тедди Акуму, который допустил эту ошибку, 30-летний футболист из клуба второй японской лиги Саган Тусу. Я думаю, что отчасти эта ошибка может объясняться тем, что он в декабре прошлого года